У нас новый влог. Начинаем его сейчас. Мы вышли на улицу. Сегодня у нас очень тепло. Снег такой липкий, он прям все налипает. И мы решили еще на один денечек кататься. В общем, мы сегодня собирались. И у нас уже подгузников осталось совсем мало. 4 штуки. И мы думали сегодня домой, но мы решили еще на один денечек. Завтра уже домой к папе. Пойдем, я тебя подержу за ручку. Пойдем? Нет. Иди сюда. Да. Давай. Поехали. Только тихонько, а то камни будут. Сегодня построили домик. Я вижу. Поехал. У нас суббота, мы уже дома. Вечер. Арсений поспал свой 3-й сон. Когда пойдем на ночной укладывать, я хочу выйти на улицу, чтобы он в коляске уснул и проспал. Но, кстати, я так же делала сегодня. Когда мы приехали, выгнала Сережу, можно сказать. Ну ладно, не выгнала. Сережа пошел в магазин и говорю, возьми Арсения с собой. Сема в это время уже спал. И вот Сережа взял его. И как вы думаете, он поспал, пока они там полчаса ходили по магазинам, и проснулся. В общем, дома не получилось поспать, но на ночной сон я хочу все-таки тоже выйти попробовать, для того, чтобы все дети улеглись, и у меня было немножечко времени побыть дома в тишине, потому что в последнее время, как-то мы неделю были, мы укладывались поздно, ну, Семен, в частности, Сеня, как обычно, но Сема поздно ложился спать, и, соответственно, я уже с ним уходила на сон, ничего не делала, а мне так хотелось повышивать. Вот думаю, что сегодня получится, выйдем все прогуляемся. А сейчас я занимаюсь домашними делами понемногу. Сережа с Семой ушли в ванную, Семка пошел купаться. Ну, Арсюха тут со мной сидит, да, только что выспался. И Сережа сделал нам 2 пирога. Там один, второй. Будем скоро кушать вкусненько. Всем доброе утро. Вчера у меня получилось уложить Сеню на ночной сон в этой коляске. Погуляла с ним. И так, куда вас поставить, не знаю. Я между детьми разрываюсь. И в итоге потом спокойно вечер провели. Спокойно без детей посидели. Никого не укачивали. Потом уже Сенька, не просыпаясь, я его переместила в кроватку. А ты что психуешь?
У меня сейчас купается Сёма. Я тут занимаюсь домашними делами и просто каждую минутку к нему заглядываю, потому что он еще маленький, я его редко одного оставляю. Но так слышно, что он там играет, поэтому потихонечку самостоятельно. Ау, приучиваем. Что? Молодец. Вы, как понимаете, каждую секунду мама, 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 поэтому знаешь, что все в порядке. Ну, если вдруг какая-то тишина, такого ничего не сразу спрашиваю, все ли у него хорошо, и он отвечает. Так, давай тебе штаны надо менять, да, Арсюха? Нифига ты тут прокрутился. Ничего ты переворот устроил. Да, я еще сегодня планирую съездить проголосовать. Но не знаю, получится ли у меня. Для этого нужно сначала уложить детей. Я хотела чуть-чуть пораньше. Но уже придется после обеда, видимо, да, ехать. Сейчас Сеньку на первый сон уложим. Ау! А потом, возможно, пойдем гулять. Да, после сна. Сема вчера не пошел со мной гулять. Сначала хотел, в итоге я начала собираться, он опять не буду. Ну, я вышла одна, спокойненько походила часик с Сеней, потому что я его вроде уложила, только домой заходить хотела, в подъезд зашла, он проснулся, такая, нет, не пойдет, пойду еще погуляю, чтобы его уложить. Сейчас, Сенька, я тебе уже почти натянула штаны. А ты все переворачиваешься куда-то, бежишь, да, скажи? Не будешь? Ой, кто на книжечке лежит? Оп. Так что, вчера я спокойненько походила, в Телеграм записывала кружочек, что я налила себе чаечек в термос и ходила, гуляла. Арсений, ты что тут подпил? Здравствуйте! Кто такой там? Ой! Побежал, да, скажи, бежать надо. Ау! Чего? Сейчас с Семеном. Сюда двигайся, Сем. Будем сажать микрозелень. Вот. Фу, масло! Семена. Я была у бабушки, и она выращивала микрозелень, там ей мой двоюродный брат отдал, он в армию ушел, у него осталось, он занимался этим раньше. И вот, и бабушка решила со мной поделиться. И сейчас, подожди, Сём, я тебе скажу, как делать. У нас тут есть, значит, все, что нужно. Семена разные. Сейчас мы посадим с тобой, и нам нужно будет еще и подписать. Так, Семён, не торопись, пожалуйста. Ну-ка, дай маму здесь вытрет. И чуть-чуть сдвиньте. Вот эти штучки, смотри. Контейнеры, подложка, на которую выращивать. Не знаю, как это все правильно называется, но мне бабушка сказала, как этим заниматься, поэтому... Мы сейчас с Семеном сделаем. Сейчас я еще найду эти листочки, ну, чтобы с тобой записать, что мы посадили. Семен, не торопись, пожалуйста. Без мамы? Нет. Без мамы не открываем. Вот эти можешь открывать. Контейнеры разделяй. Понял, что делать? Нет. Нет, это пока не трогай. Сейчас сначала нам с этим нужно с тобой разобраться. Нет. Нет. Нужно слушать маму, а потом будешь сам. Хорошо? Да, все. Сначала нам с тобой нужно разделать контейнеры. Я сходила на выборы, сейчас вернулась домой, дети пока еще спят, я как-то быстро справилась, и я сейчас хочу попить чаечек, посидеть, достать вышивку, повышивать, возможно, если Сенька не проснется, вообще-то он уже 2 часа спит,
Но если повезет, то есть еще час, потому что у него сейчас длинный сон должен быть. А я, кстати, первый раз в жизни ходила на выборы президента, потому что я родилась в 2000 году. Предыдущие выборы были в 2018, но мне еще не было 18. Мне только в сентябре исполнилось. А тогда выборы когда? Также в марте были? Или в сентябре? Ну, короче, мне еще не было 18. Вот сейчас я сходила, проголосовала. И у нас была там викторина, там Тюменская весна, я не знаю, во всех это городах или нет, но у нас такая викторина, типа отвечаешь на вопрос, там они какие-то очень простые, и выигрываешь сладкий подарок. У меня выпал, и потом должен быть типа второй тур, там мы должны позвонить, ну, может, непонятно, короче, я, естественно, не ради подарков ходила. Вот так вот справились с этим делом. Сегодня, кстати, у нас еще будут проводы масленицы в нашем жилом районе. Какое-то гуляние какое-то устраивают. И я не знаю, пойдем мы или нет, потому что это в 4. Ну, в принципе, нет, сегодня еще рано буду спать. Или даже нет, сегодня буду как раз-таки спать. Может быть, и выйдем на улицу, еще погуляем, посмотрим, что там будет. Тусовка какая-то. А так я хожу помаленечку, по чуть-чуть тут приберусь, там приберусь. У нас не было неделю. Сережа, естественно, на работе приходит вечером, ну, ничего не делал. Ну, и это хорошо, потому что потом бы я ничего не нашла. И вот вчера я еще вам не показала. Я сходила, когда Сеньку укладывать на прогулку, забрала подгузники, взяла вот такие вот Джунис стандарт. У нас до этого были Джунис комфорт, они такие простенькие, и я их использую днем, потому что надеваю их Арсению на сон, ну мало ли там, чтобы если что впитали, чтобы он нормально спал. А на ночь памперс премиум кема пока что используем, тоже трусики, потому что они не подводят, и в них хорошо. И я решила еще проще заказать не комфорт Джунис, а стандарт. Потому что на один раз надеть и потом снять. Короче, вот так вот я подумала. Они немного дешевле, по-моему, на 200 рублей у них разница. Также 52 штуки. И еще пришел шампунь. Это, помните, я вам рассказывала с Яндекс.Маркет, когда мне удачненько промокодики попались. Заказывала это все. Еще заказ идет. Остался еще Синкин грызунок. И все вроде с Яндекс.Маркет. Я уже заказала Арсению на стульчик, у нас есть от Сёмки остался, накидку заказала, потому что прошлую мы выкинули, она стандартная шла из эко-кожи, но она у нас чуть-чуть вся потрескалась, я выкинула ее прям как с Сёмой закончили использовать тот стульчик, я от нее избавилась, и вот сейчас заказала Арсению новую, должна быть она непромокаемая, двухсторонняя, придет, я вам, конечно же, еще покажу. Бабушка просто подарила Арсению на первый зубик деньги и сказала заказать что-нибудь. Дети проснулись. Сёмка у нас что-то аж 3 часа проспал, время 4, и он только проснулся. В общем, гуляние мы сегодняшнее пропустили, но, возможно, Сёма сходит с папой погулять, а я потом с Сеней на ночной сон. Ну, у Сени еще один будет сон дневной, а потом на ночной выйду. Я решила немножечко разобраться в прихожей. У нас тут потепление, я смотрю, в ближайшую неделю у нас будет плюс. Я свой пуховик уже убрала в стирку, Сёмкины штаны от костюма, вот от этого, вот у него уже костюм, куртка зимняя и штаны зимние. Зимние штаны убрала в стирку, Серёжины тоже теплые штаны убрала, тоже с которой у него с курточкой были. Тут Арсюхин комбез висит, а достала Сёмкину курточку, вот, потому что сегодня у нас 8 градусов, и вот в этой жарковато. Поэтому решила достать сразу, пусть будет. Ну, пока такой переходный период будет, то эту туту будем одевать. Ну, если плюс 2-3, то уже нормально в демисезонный ходить. Она ему пока что тоже нормальная, так что весну он точно отходит, штаны по длине ему тоже нормально, в штаны мы уже давно перешли. Ау. Так, включила Сёмке мультик. Продолжаем. Обувь. Зимнюю свою точно буду убирать, Серёжины. Вот эти вот мы, наверное, из них, от них избавимся. Они уже еле как дожили. Но он, по-моему, ходил в них 3 сезона, если я не ошибаюсь. Сёмкины сапоги. Наша такая обувь, чтобы в коридор выходить там до кладовки. И обувь Сёмкина зимняя. Тоже уже все очень жарко в них.
Вот эти мы покупали ему осенью. Сейчас он в них ходит, но он и зимой в них ходил, потому что они достаточно теплые. А у Семи ножка постоянно у него теплая, поэтому ему нормально. И зимой, когда было там минус 10, может быть, он даже в них ходил. Но с ней недолго куда-то. Ну и мои обычные весенние. Скоро уже кроссовочки, надеюсь. Но у нас пока что все тает и очень не очень выглядит. Здесь из шкафчиков я все повытаскивала, потому что здесь нужно пропылесосить, хочу пыль протереть. Вот, и здесь остались стелька, ролик, убирать всякую ерунду. Семкины пузырьки надо в комнату отнести, очки. Шапки обычно вот здесь вот они лежат, но сейчас нужно их убрать, потому что пыль буду протирать. И то, что отсюда выкидывается, это от стелек, тоже это я Семе вырезала. Этот крем защиты от ветра, у него уже срок годности, испортился он. И маска тоже какая-то старая, неизвестно сколько лежит. Сейчас нужно будет прибираться дальше.